работа не стоит на месте, и зимний период холодостанции тоже требует внимания. В данном случае у нас вот такая вот фигурина снимается. Это у нас, ой, ё-моё, ограничитель высоты сработал. Это у нас грязевой фильтр, который рассчитан на установке где-то по 3 мегаватта. Средняя 3200, по-моему, я правильно помню. Вот, он у нас отработал целый сезон. И сейчас, когда у нас наступило холодное время года, есть время привести его в должный вид для следующего сезона. Этим сейчас и посмотрим. Вот когда его вскроем, посмотрим, какое его состояние. Момент, когда мы сейчас узнаем, что там внутри. Охренено. Что-то мне сдается, все-таки ни разу не снимали. Печалька. Жаль, подожди. Может, там снять внутри что-то? Подожди. Давай, внутренность попробуй снять. Попробуй. Не знаю, правда, что там получается. Не знаю, я не вижу. Я просто камеру туда засунул. Сейчас, подожди, да. Что там, много капель? Весь фильтр, мята, как его сюда. Че, блядь, снова в кашу запихиваем. Ну, ты же не первый такой видишь. Ты же не первый такой видишь. Что там, грязи много? Да не вижу ничего. Прокладку, по-моему, менять придется, да? Да нет. Нет? Странно. Теперь ты понимаешь, почему мята, да? Теперь я понимаю, почему. Ну, ты его в овал можно было загнуть, но не так вот, блин. Собственно. Ну, выправить его в любом случае надо. Но он, кстати, не мелкодисперсный, он такой достаточно грубый. Что там по нутряхе? Ну, это нормально. Ну, вот такая вот хрень. Ай, что там за куски какого-то, чего-то? Это что такое? Ну, это стружка какая-то. А, стружка. Пластик. Пластик. Где-то пластика не хватило. Ага. Ну, собственно, в таком состоянии у нас фильтр, который находится основным, идет по магистрали. Ну, ожидали худшего, на самом деле. Не так уж он и загрязнен. Но в любом случае мы его поправим, почистим, сменим прокладку и установим на место. Изготовление прокладки закончено, и сейчас фильтр устанавливается на место. Все? Да. О. В данном случае прокладка была из паранита изготовлена, потому что штатная она пришла вот в такое вот состояние. Дальнейшая эксплуатация непригодна, держать она ничего не будет. Ну, мы вырезали поликалу как раз. Ну, сейчас ее подготавливается она к установке. Вот. И сейчас будет установлено все это дело на место. Потом будет опрессовано. И оставлено до следующего сезона. Как говорится,
будем эксплуатировать дальше.